привет! Вас приветствует Настя Кальченко. Сегодня я снимаю вместе с моей собакой Джесси. Значит, сегодня будет обзор на мой личный дневник, который во французской тематике. То есть, тут нарисовано вот так. Я буду все делать одной рукой, потому что другой рукой я держу камеру. Ну, скорее всего, штатив, потому что он поломался, и придется его держать, приходится. Вот. Значит, сначала начнем с обложки. Вот тут вот я нарисовала такую вот француженку. Это же во французской тематике. Я сначала хотела на одну из страничек моего личного дневника, а потом думаю, ну, что... Почему бы не наклеить ее на обложку? Обложка у меня была другая. Была, ну, тоже у меня были сначала вот такие вот завитушки на обложке красные. Ну и бант уже был приклеен. И вот это вот мой личный дневник номер один. Это тоже у меня сразу было. Вот. И вот тут вот такие маленькие конвертики были. Вот тут вот маленький конверт, вот тут вот такой уже побольше конверт, а вот тут вообще большой конверт был. Вот, теперь на место этих конвертов я наклеила такую вот француженку. Потом у меня, сейчас вам получше покажу. Тут у меня, значит, эльф, я не знаю, как она, короче, называется, буду просто говорить башня. Тут у меня такая вот башня, которая в Париже. И такие духи сзади. Это духи, я сначала наклеила духи, а потом наклеила сверху башню. Вот, башню я распечатала, а все остальное я рисовала сама. Вот, так же самое и этот прожектор, ну или светильник, который находится в Париже на улицах города. И флаг, сам флаг Франции. Вот. У меня тут еще такой бант наклеен. Он наклеен скотчем. Я сначала клеила его клеем, потом он у меня не приклеился клеем, я наклеила его скотчем. Вот такой вот у меня дневник, обложечка дневника. Потом, когда закончатся все мои странички с записями, я покажу сам конец дневника. Там на конце дневника, в принципе, пусто. И, в общем, вы увидите. Я эту обложку сзади сделала сегодня, уже вот с утра. Сделала. Итак, первая страница моего дневника. Вот тут вот пусто, а вот тут, значит, запись. Тут запись, значит. А вот тут вот такой цветочек. И из журнала я вырезала такую глянцевую девушку. Значит, вторая страничка дневника. Фуд. И я люблю из еды. Там пиццу, торт, лук. Джесси, не мешай мне, не обращайте внимания, значит, лук, хлеб, и тут что я люблю. Дальше, тут чесалка, например, правый глаз к сне, почему, к, ну, в общем, тут к смеху, к слезам, значит, ну, тут вот так. Тут украшен такой косичкой. Вот. А вот тут вот украшено такими вот... В следующем видео я вам покажу, как сделать вот такие вот... Такие вот украшения для личного дневника. Значит, следующая страничка тоже вырезана из... Тоже глянцевая из журнала девушка. И вот тут вот кофта. Значит, дальше тут чесалка. Так же самое, в понедельник к любви, во вторник к разочарованию, среда к дальней дороге, четверг к подарку. В общем,
И вот тут вот, тут я обожгла, просто взяла вот так вот и обожгла. Вот, дальше. У нас идет... Выбери свой знак зодиака. Вот, выбери свой знак зодиака. Это тоже из журнала я вырезала и написала все знаки зодиака, которые тут есть. Я просто списала. Вот тут вам не видно или... Ну, вон, видно немного буквы. Водолей, рыбы, овен, телец. В общем, такие знаки зодиака. И ко всем свои символы. Я еще тут нарисовала. И обвела свой знак зодиака. 11-й стрелец. Дальше. Смешная моя мода. Тут вообще две девушки не смешные. А одна вот эта вот смешная. Потому что смотрите, что у нее с ногами. Вот это правая нога, вот это левая нога. Я перепутала просто. Вырезала совершенно совсем разные картинки. И просто поменяла их местами. И вот так вот вышло. Тут я тоже обожгла спичками. И мои любимые игрушки. Ну, вот тут я перечисляю мои любимые игрушки. И моя любимая песня. Кто знает, кто знает эту песню «Люби как солнце», пишите в комментариях. Вот. Ну, в общем, это поет певец Дан Балан. Значит, и вот тут вот такая тоже полосочка. Я тоже вам покажу, как ее делать. Значит, вот. И вот тут вот припев, значит, тут предложение немного. Я припев уже не стала писать. И вот тут вот на английском пошло. The food is cool. Why? Ну, в общем, тут и картинка такая. Еще я покажу, как вот это делать. Такие сердечки соединенные. И тут еще один текст на английском. Принцесс. Про принцессу. И вот я вырезала из старой книги по английскому картинку. И наклеила просто на мой личный дневник. Так. Дальше. Переворачиваю сейчас. Дальше тут таблица умножения. Только до 5. Я уже не стала писать, потому что я ее вообще знаю полностью. На 6 у меня вообще хорошая таблица пошла. Учить. И пример в 11 классе, который мы будем решать. Пример в 11 классе. Вот, пожалуйста, посмотрите. Кто знает такие вот формулы какие-то непонятные. Я вообще их не знаю. В общем, какой-то лог. Что я люблю из еды? Апельсин, киви, яблоко. И какие они витамины имеют. Тут еще картинка, арбуз и апельсин или мандарин. Ну, больше похоже на апельсин. Я нарисовала, я сама не знаю, что. Ну, в общем, ладно. И вот, тут уже началась запись. А вот, какого я... 8 мая... С 8 мая я начала и закончила. В общем, этот дневник у меня еще не закончен. Вот, значит, это тетрадка или книга. Значит, я все-таки по английскому по контрольной 6 получила. Ну, и то нормально, я живу в Украине, у нас 12-бальная система. Вот. Тут коллекция чая. Пока что это все чаи, но сейчас еще я отколупаю и приклею тоже сюда. Так. Значит, 11 октября, тут я всегда пишу 11 октября дневник, и сегодня там воскресенье, осень и так далее, да? Вот, я прочитала первые строчки, а вот тут вот я написала, но не хотела, чтобы оно держалось в моем дневнике, я просто наклеила разные бумажки, чтобы не было корректора. Просто вот так это, и все. Дальше. Возьми совесть, чтобы не читать мой дневник. Тут уже все разобрали совесть, потому что никто не читал, но все разобрали. А тут у нас, значит, сразу говорить. Тут на английском, тут на эстонском, тут на китайском. Вот. В общем, да, такое вот.
про моих друзей на английском, на эстонском про моих животных, на китайском про фокусы, которые у меня удались и не удались. Ну, в общем, фокусы те, которые я вам показывала уже с копейкой и с картами. Значит, дальше. Кто мне нравится? Это из певцов, ну, в смысле, да. Дан Балан, ну, он хорошо поет. Он нормальный, в общем. И вот все подписи. Все подписи из школы. Вот тоже Кира расписалась. У меня есть в школе подружка. Кира ее зовут. Вот. И, значит. И тут тоже на эстонском. Правда, я уже устала писать. И я просто напечатала. Вот. И все. Тут вот такие вот дальше конвертики вот такие вот. Там в этих конвертиках секреты, очень секретные секреты, которые я никому не показываю. И вот распечатка Дан Балана. Сам Дан Балан, вот, вот он. Вот он весь. Сейчас я вам покажу всего его. Вот, не смотрите, вот, значит, весь он. А вот дальше я эту девочку тоже сама нарисовала. Потом такой кексик тут. И вот все те, которые я нарисовала. Вот раз, два, три, четыре, пять. Видите? Все пять. Я все вам буду показывать в следующем видео. А, может, даже после этого видео я видео про вот эти вот сниму. Значит, вот. Значит, и тут тоже такая вот девочка. Правда, она немного получше. Тут я описываю мой страшный сон. Страшный сон я вам не буду читать. Значит, и тут тоже я выделила дождь, слякоть, плакать, первый гололед, зимних учебы, уроки, 30 минут, Билл обзывал. В общем, вот такое, да. Значит, тут тоже у меня начало, тут тоже, тут пустая страница вообще. Я сейчас вам покажу, что это означает. Вот, это новогодняя страничка, новогодний разворот в дневнике, вот, я вам покажу, как его тоже делать, этот разворот, и тут не читай мои секреты, да. Значит, тут все. И тут в 24 января в дневнике я описываю фильм. Один фильм, так что можете читать, я не знаю, там. Я вам сейчас прочитаю про что этот фильм, ну или даже перескажу. Фильм про то, что один великий уличный канатоходец решил пересечь две северную и южную башни-близнецы, высота которых 430 метров. И он пошел на рассвете 7 августа. Сначала он шел, потом он сел на канат и посмотрел вниз, а потом он лег на канат. Фильм идет 2 часа. Вот и все. Фильм называется «Прогулка». Он очень, вообще, мне так он понравился. Он захватывающий. Он, в общем, он очень прикольный. Значит, советую посмотреть этот фильм. Не знаю, кто смотрел, кто не смотрел. Кому понравился этот фильм. Ну, короче, я советую вам его посмотреть. И вот тут тоже. Значит, я пишу. Вот тут ничего не происходило у меня, так что коротенькое все. Вот. Сегодня. Значит. Ну вот. И вот тут вот сам чай, только вот тут вот сделаны маленькие дырочки. Наверное, на видео не видно. Да, не видно. Но он очень сильно пахнет. Да, он пахнет. Очень сильно пахнет. Я тоже нарисовала такую девочку, которая читает книгу Тарас Шевченко. И тут такой шкафчик. Шкафчик книг, которых я прочитала. В общем-то и все. Дальше все пусто. Тут у меня таблица умножения, потому что это тетрадка в клеточку. Значит, и конец.
конец моего этого дневника. Значит, вот. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Ну, считаю, чтобы было побольше лайков. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Еще раз я вам говорю, советую посмотреть фильм «Прогулка». Он очень прикольный. И этот фильм основан на реальных событиях. Так что, когда будете смотреть, учтите, что он на реальных событиях. И погрузитесь в этот фильм. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на мой канал и пишем комментарии. Еще раз я вам говорю. Всем пока.